Ну, такое бывает. Бывает очень редко. Ай да танков сегодня нет. Ну, что касается совета Кульчи, мне кажется, он и без нас с вами с ними справился! 2-1! Воп-воп-воу! Вот это, смотрите! Воткнул серьезно Георгий Сулуквилидзе с левой, ну и потом цирковые номера исполнил. Каталин подает штрафную, вверх снимает Димитрадзе, ну удар, ох, какой гол! Вот это попал Танков! А это Танков сегодня, Никита, вышел на замену в первом тайме, вынужденно, и положил два гола в пенальти, и вот такую красоту в конце. Разыгран момент, а удар поворотом, голь, 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 Динамо! Ну что ты будешь делать, вы посмотрите на этих парней, оставили, дали пробить, и он забил. Ну такое бывает, бывает очень редко, а я предупреждал, что тут что-то будет, получается сенсация. Ну и смотрим за этим стандартом космоса. Далековато до ворот, левая нога, удар, ничего себе, какой голешник! Вот это да! Ничего себе, далековато до ворот! Хороший заброс получается здесь на Суконкина, успеет ли? Нет, решил не играть, а тут уже Андреев и... Не было или было? Было! Было! Заскочил мяч в ворота, но Андреев красавчик. Затаил я даже дыхание и решил помолчать, как прошел этот мяч. Ну, слушайте, это было очень красиво.